осени вам! В эфире прогноз погоды. Чем порадует нас суббота, 23 сентября? Узнаем прямо сейчас. Поделиться с вами этой информацией спешу я, Николай Диденко. Согласно данным синоптиков, грядущий день выдастся хмурым и дождливым. По всей территории Украины ожидается переменная облачность и осадки. Температура воздуха немного понизится. В среднем по стране в дневные часы ожидается плюс 21 градус. А теперь детальнее синоптической ситуации по регионам. В центральной Украине за сутки термометры покажут от 16 до 26 градусов тепла. Облака будут наблюдаться в небе над регионом на протяжении целых суток. Дожди прогнозируются в Кропивницком с ночи до позднего вечера. А в Черкасах лишь дневные и вечерние часы. На юге страны столбики термометров в течение дня поднимутся от 14 до 25 градусов со знаком «плюс». Ночью повсеместно пройдут дожди. В Херсоне прогремит гроза. Температура воды на побережье Черного моря от 18 до 24 градусов тепла. 23 сентября Луна находится в созвездии Скорпиона. Специалисты утверждают, что в этот период мы можем стать раздражительными и угрюмыми. Так что старайтесь не поддаваться настроению и замечать вокруг больше хорошего. В Западной Украине температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 12-19 градусов выше нуля. Осадки в регионе начнутся еще ночью и продлятся до позднего вечера. В Ивано-Франковске и Львове на рассвете прогремит гроза, на ровно в утренние часы опустится туман. В северной части страны минимальная ночная температура воздуха плюс 14 градусов, а максимальная дневная достигнет 23 градусов тепла. В Чернигове и в Сумах прогнозируется переменная облачность и отсутствие осадков, а вот в Житомире пройдут дожди. Жителям Востока также в субботу без зонта не обойтись. Несмотря на периодические прояснения на небосводе, местами выпадут осадки. В течение суток местные термометры покажут от 13 до 26 градусов выше нуля. Температура воды на побережье Азовского моря плюс 22 градуса. Атмосферное давление в этот день составит 763 миллиметра ртутного столба. Восточный ветер разовьет свою скорость максимум до 7 метров в секунду. При этом влажность воздуха поднимется до 90%. А сейчас подробнее о погоде в восточных областях. В Луганской области день предстоит хмурый, но достаточно теплый. Ночью термометры покажут 13-14 градусов тепла, а днем прогнозируется плюс 25. Облака обоснуются в небе над областью на целые сутки, но осадков это за собой не повлечет. В Донецкой области ночные температурные показатели составят от 14 до 18 градусов выше нуля. А в полуденные часы они будут колебаться в пределах 25-26 градусов со знаком «плюс». В Донецке и области облачно, без осадков. Лишь в Мариуполе во второй половине дня пройдут дожди. В Днепропетровской области после полуночи ожидается 18-19 градусов тепла, а в дневное время от 20 до 26. До полудня в области прогнозируется небольшая облачность с периодическими прояснениями, а вот к вечеру здесь соберутся дождевые тучи. И о прогнозах синоптиков для столицы Украины. При суточной температуре воздуха 17-22 градуса тепла ночью и утром в Киеве будет наблюдаться небольшая облачность, а днем и вечером киевлянам и гостям города понадобятся зонты. Это была вся информация о погоде на субботу 23 сентября. Хорошего вам настроения и отличных выходных. До встречи в нашей студии.